В этом году на форум съехались представители Италии, Британии, Франции, Израиля, Польши и других стран. Цель ивента – как привлечение частных и муниципальных инвестиций, так и наращивание инновационного и технологического потенциала города. Это второй международный форум, и популярность его растет. Итогом первого нашего международного форума стали подписаны меморандумы и договора. Часть из них уже реализовывается. Это и приобретение троллейбусов. Скоро в городе появится 45-47 троллейбусов. Иностранные инвесторы здесь не только обсуждают основные тенденции бизнеса, но и проводят переговоры, а также заключают контракты. Гости из других стран уверены, у Одессы есть все возможности и перспективы для развития. I do believe that Odessa is moving in a very right direction. My name is Devraj. I'm the CEO of Forest Equity Management, an investment bank group out of Warsaw, London, Zurich and Liechtenstein. I come from a little city, I think you know, called Singapore. So looking at Singapore and how she has come up, I look at Odessa and I see history repeating itself. Первый день работы форума прошел ряд панельных дискуссий. Одной из тем для дискуссии стала составляющая 5T – Trust – доверие между бизнесом, обществом и властью. 5T – это основные векторы экономического развития. Это Одесса, это транспорт, туризм, технологии, торговля, ну и траст, доверие. Что касается доверия, хотелось бы сказать, что основной принцип нашей работы строится на доверии. Потому что если есть доверие между властью, бизнесом и обществом, действительно можно уверенно смотреть в будущее, можно реализовывать самые смелые инвестиционные проекты и новые идеи. Участники форума обсудили глобальные тенденции развития бизнеса, внедрение инвестиций в Одессу и регион, а также в туристическую отрасль. У нас огромное количество инвестиционных проектов, которые, собственно, город пока реализовывает самостоятельно. Это реорганизация наших парков и скверов, это новые объекты показа, такие как музейные комплексы. Это то, что демонстрирует городская власть и то, что позволяет нам сказать о том, что действительно Одесса – это очень привлекательная дестинация. Одесса действительно инвестиционно одна из наиболее интересных дестинации Украины. И то, что сегодня городская власть обязуется, берет на себя обязательство создавать максимальный комфорт и режим максимального благоприятствования. В этом году презентовали такие проекты, как электронный учебник, биогазовая электростанция, завод с системой сбора и утилизации растительных и кулинарных жиров. За 2016 год в рамках проекта 5T удалось привлечь порядка 100 миллионов долларов. А общая сумма инвестиций в Одессу превысила 1,5 миллиарда долларов. В следующем году надеются превзойти этот результат. Полина Корюк, Денис Рудь, телеканал «Репортер».